Доброго времени суток, дорогие мои подписчики, подписчицы и гости моего канала Афроманго Мукбанго. Распаковочка очередная. Итак, тортик свеженький, 1 апреля. Тортик свеженький, как из мультфильма Шипокляк. Не Шипокляк, а этого. Как его зовут-то? Ну там, где Чебурашка. Да, Шипокляк. Но мультфильм называется по-другому. Хохланд. Сливочный. Плавленый сыр. Вот такой. Два сыра, две упаковочки. Вот таких. Делает нас ближе. Да. Традиции и качества с 1927 года. Так, масло сливочное, 82,5% жирности. Вот такое, два кусочка. Брест-Литовск. Да, вкусное масло, Брест-Литовск. Рекомендую. Вкусное масло. И сыр тоже. Нет, рекламируют по телевизору. Угу. Да и сыр рекламируют тоже. А по-моему, не было? Нет, я сыр не купила. А те мы съели? Те с куржутом, нет. Те с куржутом, а эти? А те без. Это французские два батона. Два хлеба имеется в виду, да. Те с куржутом вчерашние, а сыны без куржута. Они это самое, их тут есть почти нечего. Как разрежешь, так и съешь. Хлеб кукурузный. Вот такой. Так. Все. Огурцы. Огурцы. Вот. Огурцы. Все, да? Все. Яблоки ты не снимал? Яблоки. И яблоки. Вот купили яблоки. Ну, пакет большой пока. Нет, тогда яблоки снимали? Нет. Нет? Нет. Чего себе? И картошку не снимали, яблоки не снимали. Картошку уже съели. Картошку уже съели, но не снимали. Распаковки. Ну, картошка. Все, да? Да. Все, точно все, да? Да. Все, да, все. Ну, все. Вот такая вот. Да, о. А. Самое главное, забыл. Казан-мазан. Вот такой вот. Казанчик для... Из литого алюминия, без антипригарного покрытия, со стеклянной крышкой. Вот такая вот казан. Вот такой вот. Так выглядит. Вот такой вот глубины. Горшочек вари. Да, горшочек вари. Да. Похоже на этот самый, как его. Ну вот в деревнях-то. Да, да, да. Как это называется? Что берется это кочергой? Да. Ну все. Все, дорогие мои подписчики. Вот такая вот распаковочка. Так. Продовольственная. Да. Все. До новых встреч. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии, задаем вопросы под видео и не забываем нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Все. До свидания. До новых встреч. Не болейте.